Улица Донская. Совместный рейд «Сочи-Водоканал» и «Сочи-Теплоэнерго» накануне провели здесь. Предприятия решили объединить усилия в борьбе со злостными неплательщиками, часть из которых сознательно не оплачивает коммунальные услуги. В одном только «Сочи-Водоканале» таких абонентов 5000. Мы очень сильно надеемся на то, что совместная работа будет еще больше оказывать влияние на должников, в том плане, чтобы они понимали неотвратимость наказания. В первой из квартир долг перед водоканалом более 50 тысяч, но хозяйка дверь не открывает, предпочитает общаться через нее. Пускать будете или нет? Смотрите, значит, вам надо в кратчайшие сроки прийти в Сочи-Водоканал, написать заявление на рассрочку. Хозяева этой квартиры тоже должны за воду. Живут здесь квартиросъемщики. Хозяйки деньги за коммуналку отдают исправно, но вот до ресурсоснабжающих компаний они почему-то не доходят. Сотрудники Сочи-Водоканала ограничивают водоснабжение в квартире. Пользоваться водой жильцы по-прежнему смогут, но вот напора не хватит, чтобы, например, принять душ. Есть еще один метод борьбы со злостными неплательщиками, которые копят долги годами. Это ограничение водоотведения стоков. Специальное оборудование позволяет через шахту канализационную, то есть через чердак, специалист опускает с помощью компьютерного оборудования специальное устройство, которое позволяет закрывать водоотведение стоков у конкретной квартиры. Самостоятельно снять это устройство невозможно. При этом хотелось бы отметить, что должнику придется дополнительно оплачивать услуги снятия этой заглушки. Между тем, Сочи-Водоканал готов идти на уступки неплательщикам. Например, предлагают погасить долг в рассрочку. Что касается совместных рейдов Сочи-Водоканала и Сочи-Теплоэнерго, их количество будет увеличено. В этом заинтересованы все жители Сочи. Деньги, взысканные из должников, пойдут на модернизацию водопроводных сетей и новое оборудование. Недобросовестным абонентам нужно понять, коммунальные услуги необходимо оплачивать вовремя и в полном объеме. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.